В Красноярске осветили новый храм. Церковь в честь 12 апостолов появилась в микрорайоне Солнечный. Строительство здания закончили еще в феврале 2016-го. Еще год мастера занимались внутренней росписью. Торжественная церемония и первая литургия прошла накануне. Службу провел митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Храм 12 апостолов построен в византийском стиле и может вместить около 100 прихожан. И я верю, что в этом месте люди будут находить утешение, благословение. Ни одно будет принято решение личных планов к осуществлению и доброго их результата с Божьего благословения.